Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня мне пришла очередная посылочка из Китая. В ней воблеры. И сразу видно на конверте, какой фирмы данные воблеры. Да, это воблеры Беркинг. И сразу же отдельное спасибо хочу сказать Олегу с канала Олег Евсейчик за то, что помог мне с выбором воблеров, скинул мне ссылочки на интересные расцветки. Большое ему за это спасибо. У Олега также есть свой канал по рыбалке, где очень интересные видео. Там он показывает, как, на что ловит, делает обзоры на снасти. Кому, друзья, интересна тема рыбалки, заходите и поддержите, пожалуйста, канал Олега. Ссылка будет в описании под видео. И как видите, пришли такие вот воблеры. Вот эту расцветку называют все арбузик. Реально красиво смотрится. Хорошие качественные упаковки. Да, приятно сразу держать эти воблеры в руках. Вот такая вот красивая наклейка. Сразу слышен приятный звук шариков. Подробно коробочку показывать не буду. Сейчас вскрою и посмотрим данные воблера. Да, у Олега на канале видел, как реально работают данные воблеры. И очень остался впечатлен. Сразу захотел себе приобрести. Реально, вот держишь в руках. Довольно качественно все сделано. На спинках воблеров надписи. И реально глазки. Очень острые тройники. Пока доставал с коробки, чуть не вогнал себе в палец. А теперь я понимаю, почему воблеры данной фирмы и стоят намного дороже, чем китайские обычные воблеры. Ну, в принципе, как намного дороже. За эти воблеры, за один воблер, не обошелся $3.75. А другие воблеры, конечно, я покупал намного дешевле. Но вот все-таки как-то даже не то что глазам, рукам приятно держать эти воблеры. Все очень хорошо покрашено. Какие интересные расцветки у воблеров. Хорошая такая крепкая лопатка. Очень хорошо шумят. Вот так просто. Да, я остался доволен. Хорошо сделаны петли. Я думаю, даже их не придется проклеивать. Реально, очень доволен. Очень доволен покупкой. Как бы понятно, что воблеры китайские. Но я так понимаю, что это значок по японской технологии изготовления. Сейчас взвесим воблеры. Посмотрим их реальный вес. Грамм. Завесил первый воблер. И почти 15. И 14.45 завесил второй воблер. На сайте было указано
что воблеры 15 грамм, размер воблеров 10 сантиметров, глубина заглубления воблеров от 0,8 до 1,5 метра. Вот ценник 3,77. Доставка бесплатная. Сейчас возьмем рулеточку. От начала лопатки. От начала лопатки 11 сантиметров. А вот от кольца 10. Ну и здесь, я думаю, будет то же самое. От начала лопатки 11 сантиметров. От носика 10. Да, все соответствует заявленным характеристикам. И опять повторюсь, реально очень приятные, хорошие воблеры. Опробую, надеюсь, скоро их на воде. И останусь доволен. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста и ни чешуи на рыбалке. До новых встреч!